несколько минут назад мы проголосовали за закон, базовый закон о характере еврейского государства, Израиль как еврейское государство и связь еврейского государства с еврейским народом. Это базовый закон, который утверждает право еврейского народа на израильскую землю и говорит о том, что у еврейского народа, где бы он ни находился, есть свое государство, свой язык и свой народ в своей стране.